Так, здорово. Короче, начал я делать гусеничный. Вот так поднакидал. Мост поставил. Рама, короче, ширина рамы. Вот так вот. Отсюда до сюда 80 будет. Так, соединил мост с коробкой. Соединил, короче, все тут все крутится. Так, здесь гранату заглушку поставлю. Ну, гранату, наверное, вот так вот отпилю и, короче, я туда забью, и будет заглушка типа того. Так, коробку уже установил, все здесь крепление моста. Так, вот здесь под вариатор, подрамник. Так, тут под вариатор, подрамник. Здесь соединил на жесткую. Но это все вывел, тут ни люфтов, ничего нету. Короче, не перекашивает, ничего. Все ровненько. Короче, там на шлицевой, там вот шлицевая еще есть запас. Я ее, короче, это... Ну, удлиню до конца, еще сантиметр там навалю шлицевой, увеличу ее. Ширина будет, что-то я мерил, где-то 1,75 м, что ли, вместе с гусеницами, 1,80 м. Вот так вот здесь мотор будет стоять, вот здесь так вот вид сверху. Вот здесь будет мотор стоять. Вот так. Все. Так вот. Отсюда выведу кулису. И уйдет она вперед под правую руку. Ну, как типа на болотоходе. Так. Сейчас покажу, что сделал. Вот он, каркас. Готов. Задний мост, ну это я вроде все показывал, установил. Так, собрал кулису. Вот так труба уходит вперед, и вот здесь вот рычаг. Так, вот здесь будет сидушка. Мотор поставил на стульчик, стульчик жестко. Вот здесь плита восьмерка, вот плита восьмерка и резиновые подушки. Вот они по типа как на снегоходе, по две штуки, там по одной впереди. Короче, так, вроде как бы и жестко, вроде как бы и на мягкой. Так. Ну, блядь, фокусируйся. Во. Короче. Все, вот так мотор стоит. Мотора здесь есть регулировка. Вот они, пропилы, короче. Ну, ремень натягивать, ослаблять туда-сюда. Должно хватить. Так, вот так вот морду. Так, сейчас покажу. Так, нижняя часть прямая. Сейчас верхнюю часть немножко с изгибом сделать. Ну, тут сломал я так. Все, это вот рычаг переключения передач. Труба уходит там вдоль мотора. И туда она тут мешать никому не будет. Так, сейчас по суппорту покажу. По переднему. Так, вот эта труба, здесь стенка 10 миллиметров ступицы, говорил. Так, вот натяжка, вот они пропилы здесь есть. Это все проварится здесь, вот так косынки встанут еще сюда, усиливающие, сюда, сюда, короче, все усилим. Натягиваться будет вот этим болтом. Вот изнутри как оно выглядит. Болт с мелкой резьбой, но он должен быть крепкий вроде. Как бы вот так. Все, сейчас тут выставлял. Вот ниточку натягиваю. Видишь, ниточка, чтобы везде все чики-брики было. Чики-бомбони. Везде на касание. Чтобы гусянку никуда не уводило. Вот так. Херня, конечно, все это. Она и так будет работать. Но здесь ступицу обварю, все. Усилю. Все.
Так, чё? Вот сделал, короче, ну уже к концу близится. Сейчас осталось, короче, только трубки тормозные прокинуть. Ну и там сзади по капоту решить, чё. Эти все установил. Ну тут подшипники поменяю еще. Рычаги, короче, сделал по бокам. Разнес вот два цилиндрика. Но рычаг КПП передвинул. Он был вот здесь. Я его, короче, сюда сдвинул, ближе, короче, к этой кляшке, ну, к ноге, туда, вот так вот. Вот такая педаль газа. Вот так вот с нее трос уходит, и по левой стороне, ну, и сюда. Вот там вот подсос стоит. Вот эта дырка, это будет свет. Вот здесь крепление, вот эти две пластинки с дырками, это крепление этого, ну, ключа запуска. Но. Так, еще из нового выхлоп собрал вот так через гофру. Здесь поставил дополнительный резонатор. Тут труба в трубе, ну, она там с дырками там. Короче, вот так подходит и к выхлопу к этому. И здесь, короче, двустволка. Но это потом, когда зашьется, вот так будут, короче, торчать только кончики. От этой херни фаркоп под бураном Сани, наверное, в кольцо сюда залезет. Ну, ну мало ли там. Но вот так. Короче, сейчас покажу вид из кабины. Да, блять, фокусируйся. Вот. Вот, короче, сидуха. И вот так вот сидишь там. Вот педаль и вот рычаги. Рычаги. Вот так. Вот этот рычаг, вот КПП, он ниже, чем вот этот. Он, короче, не мешает управлять. Рычаги разнес, потому что если по центру поставить, залазить совсем неудобно будет. Короче, по бокам. Вроде ничего, я сижу с моим ростом, вроде нормально. Как бы удобно, места хватает. Но все. Скоро разбирать. Так, все покрасил, уже собрал, вот так вот тормозное все, там суппорта, тормозили, двигатель уже заводил, проводил тут все, крутится, вертится, газует, тормозит вроде каждая сторона. Так, вот здесь вот 80 с лишним этих херовин, короче, таких вот. 86, что ли? Короче, гора целая. Так, здесь у нас подшипники новые. В мосту все тоже новое. Все поставлю. Так, проводку, короче, сейчас собираю. Вот сидуху обшил. Сидуху. Рычаги все вывел. Все трубки положил. Вот так будет ключ запуск. Ну, так, это лучше под лопату. Под лопату так только приводил, пока лопату еще не доложил, на улице лежит. Потом по месту буду ее смотреть. Уже. А так, вот здесь аккумулятор закрепил. Так. В общем, работа идет. Завтра придет лента. Буду гусянки собирать. Так, пробно накинул гусеницу. Вот она толщину, короче, 12 миллиметров. Вот она. Вот так она 12 миллиметров. Вот здесь 5 слоев ниток. Но толстым слоем резины сделал наружу. Вот так. 42 трака. Вот здесь между ними расстояние, короче, 8 сантиметров. 79 миллиметров здесь. Вот так. Вот так спереди. Но потом буду застегивать, когда уже. Короче, все потом. Ну, завтра, наверное. Сегодня вторую гусеницу. Если соберу, то завтра еще два колеса докуплю. Буду застегивать.
первый выезд. Едем на косиничку. Так, сейчас подберем, там вода у нас впереди. Катался по сугробу, короче, морду-то я зашил, вот так, зашил,
А здесь бока-то не зашиты пока. И вот, короче, пол кузова снега. Тут коробка, короче, все в снегу. Короче, так вот. Но. Но по снегу идет вообще класс. Всем привет. С обшивкой закончил. Все пластиком обшил.